Здравствуйте, уважаемые посетители сайта Павел Колесов. В данной видеоинструкции мы с вами рассмотрим, каким образом можно оплатить с помощью своего сотового телефона, а именно с помощью СМС. Для начала вам необходимо выбрать товар, который вы хотели оплатить, либо тренинг. В моем случае это тестовый товар. И когда вы определились с товаром, вы нажимаете кнопочку «Заказать» либо «Купить». Система вас перенаправляет на страницу оформления счета, где вам необходимо ввести свои данные. Это ваше имя, ваш e-mail и ваш телефончик. Не забывайте, что все данные должны указать реальные, правильные, для того, чтобы ваш платеж никуда не подевался, не потерялся. Если все верно, нажимаете кнопку «Заказать». Система вас перенаправляет на страницу выбора платежной системы. Вам необходимо выбрать самую первую платежную систему, это JustClick. Когда вы выбрали, нажимаете кнопочку «Оплатить». Затем, когда вы оказались на странице платежной системы JustClick, опускаетесь в самый низ и выбираете плиточку «Робокасса». Затем вы оказались на странице платежной системы Робокасса, где вам нужно выбрать своего сотового оператора. В Робокассе представлены три оператора – это МТС, Билайн и Теле2. У меня МТС, поэтому я выбираю МТС. Вы, естественно, выбираете своего оператора. Вводите номер телефона, с которого вы планируете оплатить. Проверяете, что все верно заполнено, ваш e-mail, ваш телефон. Если все верно, нажимаете «Перейти к оплате». В принципе, вот и все. В течение минуты к вам на телефон придет СМС. Если данные верны, если все правильно, вы просто подтверждаете согласно инструкции, которая придет вам также в СМС, вы подтверждаете платеж, либо вы можете отказаться от этого платежа. Если у вас что-то не получилось, оплата не прошла у меня лично, потому что я ее еще не успела подтвердить. Вот. Если у вас что-то не получилось, либо у вас есть какие-то вопросы, мы всегда готовы вам помочь. Обращайтесь к нам на support@pavel-colesov.ru. И хорошего вам дня. До свидания.